Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Ангел Господень ведет Израиль против врага. Маковей же, сам первый взяв оружие, убеждал других вместе с ним, подвергая себя опасности, помочь братьям, и они тотчас охотно выступили с ним в поход. Когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводитель и всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием. Все они вместе возблагодарили милосердие Бога и укрепились духом, готовы сокрушить не только людей, но и лютых зверей и даже железные стены. Так пришли они по милости к ним Богу. Как львы бросились они на неприятелей и поразили из них 11 тысяч пеших и 1600 конных, а всех прочих обратили в бегство. Многие из них были ранены, спасались раздетыми, а сам Лисий спасся постыдным бегством. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.